Привет, ребята, привет, девчата. Сегодня рубрика «Ответы на вопросы». Первый вопрос такой популярный про отношения. Как о чем говорить там с девушкой на первом свидании? Итак, для этого парня самый простой, самый эффективный ответ на свидание с девушкой надо говорить о ней, то есть о девушке надо говорить в том или ином свете, в тех или иных событиях, интересах там, эмоциональных каких-то образах, там, которые, впечатления, которыми она с вами делится. Все время говорите о девушке об этой, о ней говорите. И таким образом ваше свидание будет, безусловно, успешным, я вам это гарантирую. То есть всегда говорите о девушке. И кроме того, на втором свидании вы также говорите о ней, на третьем свидании опять говорите о ней и так далее. То есть это универсальный рецепт. Больше вам ни о чем говорить не надо, кроме как с ней говорить о ней. А о всем остальном, все остальные темы, она вам сама подскажет. Она вас спросит, чем вы занимаетесь, что, какие у вас интересы и тому подобное, если вы обратите внимание на нее в своем разговоре.